все ребята сейчас вышли. И, конечно, интересно стало, да, еще больше. Пришли ребята, профессионалы, иностранцы, да, все равно намного интереснее, поэтому такая, да, нелегкая вторая предсезонка началась. Чувствую тонус, драйв, энергии, эмоции, поэтому я рад, что все приехали, все присоединились к команде, прошли тесты, да. Вот сегодня первый лед, эмоции только положительные, очень сильно рад.